Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня я покажу, как я сделала вот такую птицу для сада. Планирую, что она у меня будет не одна. Хочу украсить ими свой палисадник, а именно место возле пруда или возле крана. Мне нужны вот такие большие птички, чтобы их видно было. А вообще можно сделать любой размер. Из простых материалов, где буду использовать старые ненужные целлофановые пакеты, фольгу, массу для лепки и акриловые краски. Птиц хочу я крупных сделать, поэтому беру побольше основу. Формирую голову. Такую проволоку я покупала в строительном магазине. Продается на килограммы. Делаю хвостик. А здесь впереди формирую лапки. Таким вот образом. Это будет как бы основа, на которой будет вся птичка и держаться. Будет как бы подставочка. Можно хвостик вниз опустить, можно еще выше. Уже сами регулируйте. Подравниваю, чтобы ничего нигде не торчало. Конструкция уже устойчивая. Я сейчас определяюсь, где будут глазки. Щечки сейчас буду добавлять. Так, над глазами делаем. Все, что у нас сейчас грубо смотрится, мы потом будем сглаживать уже массой для лепки. Формирую небольшой клюв и делаю треугольничек. Некоторые места фиксирую скотчем. Ну, глазки это будут бусинки. Немножко голову поформирую. Немножко не хватило здесь вот этой части. Я сейчас сделаю массу для лепки и шпаклевки, которая переносит все погодные условия, не боится ни мороза, ни воды, ни огня. И птички с такой массой будут хорошо себя чувствовать на улице. Птичку вот так будет удобно крутить. Как всегда, ссылка на видео, как сделать такую массу из шпаклевки, в конечной заставке и в описании под видео. Клей ПВА. Иду сверху вниз. Облепить надо массой. Глазки только оставляем. Водичка с клеем ПВА.
крылышки. Для рельефа я буду использовать вот такие деревянные чипборды. Ой, надо было с другой стороны. Вот такая крупненькая птичка. Надо, чтобы она немножко застыла. До конца еще не досохла. Остался кусочек массы, и я скомкала фольгу. Хвостик и голова без основы. Масса уже хотела застывать, вот я в последний момент это все сделала. Подобных птичек я делала из соленого теста. Я уже начну окрашивать. Хотя фигурка будет высыхать и набирать силу еще несколько дней. Вначале все грунтую белой акриловой краской. Друзья, а на основе этой птички я вам как раз покажу, как заделывать трещинки. Для этого нужна будет шпаклевка или готовая, или все та же сухая, из которой делали массу, но только более жидкую. Даже не вымывала кисточку, прям эту же кисточку с краской, с белой я использую. Вот. Все трещинки затираю. Некоторые трещинки иногда очень хорошо смотрятся, как старинное изделие. Их можно даже не трогать. Подсыхает и окрашиваем. Птичка подсохнет, и я ее буду покрывать глянцевым акриловым лаком. Друзья, у меня получился вот такой вариант окрашивания. Друзья, хотела еще показать, что птичку можно сделать с наклоном туловища, с поворотом головы. Основа здесь одна и та же. Когда эту птичку доделаю, я уже покажу их возле пруда. Совсем простой вариант окрашивания. Не удержалась и решила посмотреть, как это будет смотреться уже возле пруда. Вчера запустили рыбок в пруд. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Благодарю за ваши дружеские комментарии, подписки, лайки. А также за то, что вы делитесь моими видео с друзьями в соцсетях. До новых встреч!